Победителями диктанта «Победы» стали 20 человек. Они не только правильно ответили на все вопросы, но и сделали это быстрее других. Среди лидеров 3 человека из Подмосковья. Такого количества победителей нет ни у одного региона страны. Наивысшие баллы 25 набрали 1009 человек. 20 победителей сделали это быстрее других. Они уложились в 10 минут из отведенных 45. Секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Пренцалов отметил, что такой результат не является случайностью. «У нас самое большое количество участников, больше всего площадок, на которых жители области писали диктант. Закономерно, что количество перешло в качество», подчеркнул Пренцалов.